рамках проекта «Добрая комната» партии «Единая Россия» в педиатрических отделениях оснащаются детские игровые комнаты, чтобы юные пациенты смогли отвлечься от неприятных процедур и зарядиться позитивными эмоциями. В отделении была детская комната, детки играли в ней, но не было мягкого покрытия, да, которое сейчас появилось, поэтому сейчас могут дети играть, которые поменьше, да, совсем маленькие, которым интересны уже игрушки. В преддверии Нового года обновленную детскую комнату открыли и в педиатрическом отделении Одинцовской ЦРБ. Сделали косметический небольшой ремонт. Сейчас замечательные теплые полы, еще и рисунки детские на стенах. И были им подарены новые игрушки. Я думаю, что от Деда Мороза, от нас, конечно, и мы хотим в первую очередь им, их родителям, и, конечно, нашим дорогим всем врачам, медсестрам, техническому персоналу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, благополучия. Ребята, которые находятся на лечении в Одинцовской детской больнице, довольны. Довольны и родители. Мамы подчеркивают, чем позитивнее проводят время дети, тем скорее они идут на поправку. В реализации проекта принимали участие общественники, сторонники партии «Единая Россия» и депутаты окружного совета. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».